то, что происходит у нас в республике, мне напоминает созданное гетто фашистской Германии в Варшаве. Если вы наблюдаете о том, что за территорию республики могут выезжать граждане, у которых есть прописка на материковой части, остальных не выпускают. И сюда стараются никого не впускать. Плюс гуманитарные грузы, которые должны были захватить с материковой части, автомобили с продуктами питания, украинская страна их полностью не пускает. Это выглядит определенным образом геноцид реально своего народа. Это нарушение всех конституционных прав граждан, если они основываются на том, что мы живем по Конституции Украины, даже если брать из-за этого. Можно даже придумать какое-то новое слово. Вот сколько я знаю по истории, в Варшаве вот обстрелов кварталов немцы не осуществляли. Нет. Они по-другому истребляли данный народ. А это уже какой-то нью-фашизм, наверное, или нью-национализм. Такого еще не придумывали. Национализм сам по себе, как великая нация, провозглашала Германия. Но Украина в этом плане, вы все знаете, переплюнула. Они уже определили, что Адам и Ева это были чуть ли не украми. За ночь зафиксировано 21 нарушение. Всего за сутки получается 80. Это мы все время говорим, это обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики. Погибших. 2 человека. Всего за сутки получается 13. Раненых 7, всего за сутки 28. Погибшие. Город Ясиноватая, улица Макеевская. 1 погибший и 1 раненый. В Ленинском районе, кстати, это происходило вчера, когда мы с вами общались, в этот момент был погибший, 2 раненых. И 4 человека с Петровского района раненых, которые доставили в больницу. Также сегодня в 8.25 было попадание в нефтебазу «Агронавта», которая находится в Ясиноватой. Обстрелы города не прекращаются. По противнику за ночь 35 человек убитых и раненых. Уничтожено 4 единицы, это в общем 2 полевых артиллерии и 2 миномета. Также уничтожен 2 БТР и 1 БМП. По потерям среди ополчения уточняются, вечером я эту цифру назову.